Вот это мой брат Юрий Владимирович. И создано три фильма. Сейчас вам их покажу. Вы все или не все, я понятия не имею, потому что просмотров обычно немного. Позвольте представиться. Меня зовут Валерий Константинович. Вот видите, значит, у меня это я вас знакомлю с очень важными делами. Вот эти вот видите, раз, два, три, да. Нас бьют, мы летаем. Сейчас я покажу, как нас бьют и как мы летаем. Так, вот. Вот, значит, это музыкальные фильмы. Они моим братом, назовем их, реанимированы. Они давно забыты. А сейчас после реанимации, вот хоть 140, хоть 87 просмотров. И, наконец, значит, девочка-студентка проходит у меня практику. Знаете, какую? Она тоже монтирует мои фильмы. И так как она девчонка фактически, студентка колледжа Абаканского, то я ей, значит, поручил фильмы для молодежи, видите? Вот. Это, ну, я отчитываюсь. Нас бьют, мы летаем. Теперь посмотрим, как нас бьют. Значит, коротко, это есть в фильмах в этих. Вот. Здесь я только обмолвился. Получилось так. Значит, нашли с кем это самое. Он, конечно, сам напросился. Ему не понравилось, как они, их советы губительны. Вот. Погоду делали две женщины, Наталья и Ольга. Вот. И мой брат, а он тоже железом, а значит, боец. Вот. Он не удержался и начал с ними спорить. Что он услышал и что ему написали в ответ? Мне это не интересно. Я, заметьте, не фамилия, не это. И даже конкретно. А, нет. Ой, случайно вырвалось. Ну, ладно, пускай. Я кандидат наук. У меня шикарное образование. Ну, потом уже, когда я немножко переписку посмотрел, я понял одно, что элементарные вещи она не знает так же, как не знает все Тимирязевские. Потому что мне хватило заглянуть на сайт Тимирязевской академии. Так. Выпить валидол. Схватиться за голову. Вот. И тогда смотрим дальше. Итак, у нее шикарное образование. Это ее слова. Одно это к нему или ко мне, или к Юре, или к Валеру. Человек с умным видом несет чушь. Он металлург. Ну, что ты будешь делать? Ну, не имеет значения, что я лучший изобретатель, разнообразатор города Норильска. Ну, ну, тупыми не дают такие звания. Лучший в Норильске инженер. Ну, не дают, понимаете? Лучший изобретатель. Вот. Кавалер Ордена Славы. Ну, неужели вы думаете, что с этими мозгами нельзя понять? Это я к этой Наталье. Ну, раз слышал фамилию, я не хотел. Там фамилии не было в этих фильмах. Я поступил. А здесь просто выпустил. Надо было убрать эту самую ее фамилию. Но уже поздно. Вот. Неужели непонятно, для чего нужен лист? Для чего он имеет такую форму? Почему он от этого, от штамба, значит, отводит воду? Где кончики корней? Там, а там должен быть сухой. А она не отличает сухого от мокрого. Ну, проредил, проредил. Все, дерево это. Вместо 50 лет проживет 5, ну, может, 10. Уже этого. И не это самое. На будущее, Наталья. Вы общаетесь с человеком, у которого нет шикарного образования, который вырастил своими вот этими ручками сам, без всякой помощи. 30 тысяч саженцев. Они сейчас по всей стране. И там, в этом самом третьем, вот там, где нас бьют, мы летаем, я начал показывать то, что начал, но схватился за голову. Там надо несколько фильмов. Как они разошлись по стране. Вот. Понимаете? Это даже не честно. Ну, так бывает. Но я не сравниваю себя, допустим, с Эйнштейном. Но Эйнштейн был обыкновенный писарчук. Но в то время наука его приняла. Почему? Потому что он написал так непонятно. Вы знаете, что до сих пор Е равно МЦ квадрат никто не может понять. Вообще. Ну, а сейчас бы он бы... Вы знаете, куда послали вместе с МЦ равно это, Е равно МЦ квадрат? Чем гениальные догадки, изобретения, тем оно короче и понятнее. Вот, смотрим дальше.
смотреть его фото, а он ее взял, их сказал, ну, зайдите к Железову, ну, тут, что тут, господи, три слова набрал, сад садовода Железова, три слова, вот оказался автомат, это несколько даже не минут, секунд, который раз показывает. Она не хочет это смотреть. Но зато потом оказалось по отдельным репликам, смотрела. А почему это самое? Вот это не надо. Ведь это же только, Константинович, научи. Я же не буду нос ворочать, я же не буду говорить, что у меня шикарное образование. Я честно говорю, я металлург. Вспомнили, что меня отключили микрофон на международной конференции. Ну что, это мой подвиг, девчонки. Это я к ним обращаюсь. Это мой гражданский подвиг. Понимаете? Сказать правду. Я не учел того, что у него кнопка под столом. А против таких умников, как я. Ну, не учел я это. Вот. И все. Я говорю, меня никто не слышит. Теперь, что она дальше? Почему она не хочет смотреть его фото? Наверное, у нее лучше, кстати, эти самые результаты. Наверное. Ну, я, правда, не, этот, мой брат не смог убедить их, покажите. Вот. А потом оказалось, что какое-то. Ай, все. Я профессионал, это не я, это она. Ученый-селекционер. Ну, куда нам? Думаю, не стоит знать. Вот это слово, думаю, не стоит знать. Меня убивает. Вопрос. Это он задавал, мой брат. Где сайт? Где сад? Плоды персиков, черешни, абрикосов. Где? Чем кончилось? Поняли, да? Кто хозяин сайта? Пойдем дальше. Ну, мы теперь уже, у нас свой круг. Вот, и мне интересно, посмотрим, что это. А потом, может быть, когда-то их заставят. Вот я сейчас скажу. У Тимирязевки есть шанс. Есть. Это. Их все пытаются закрыть, жирнючая, не потому, что они плохие или хорошие, потому что земля жирная, оказалась в черте Москвы. И стоит миллиарды. Долго бульдозер пустить? Надо вырастить такой сад, вот как то, что я вам показывал на моем сайте. Вот. Не смогут пустить бульдозеры. Не смогут. Представляете, вот это чудо, можно все вырастить. Не смогут. А вы что? Вышли с плакатами, руки прочь от науки.